Здравствуйте! Сегодня приготовим праздничную закуску на новогодний стол. Для приготовления закуски берем самые крупные шампиньоны. Грибы хорошенько моем, сушим и отделяем от них ножки. Теперь шляпки от грибов обжариваем на сливочном масле. Сверху посолим. Прикрываем сковороду крышкой и жарим на среднем огне золотистой корочки. Когда грибы подрумянились, переворачиваем. Пока шляпки жарятся, мелко порежем грибные ножки. И сразу нарежем репчатый лук. Готовые румяные шляпки достаем на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла. И сюда, в эту же сковородку, отправляем нарезанные ингредиенты. И обжариваем до готовности. А в это время нарежем помидор кубиком. И добавляем в сковородку. Готовим примерно еще минут 5. В конце солим, перчим по вкусу и добавляем чеснок. Готовую начинку снимаем с плиты и перекладываем в тарелку. Добавляем в начинку мелко нарезанный укроп и, по желанию, крабовую палочку. Натираем ее на средней терке. Все хорошо перемешиваем, начинка готова. Теперь можно собирать закуску. Заполняем шляпки начинкой в виде елочки и дополняем образ майонезом. Для любителей грибов такая закуска обязательно понравится. Получается вкусно, сочно и красиво. Желаю всем приятного аппетита и хорошего настроения. Готовьте с удовольствием, готовьте вместе со мной.